Практическая психология. Здравствуйте, это программа «Практическая психология». В студии семейный психолог Надежда Бушмелева. Сегодня мы говорим о семейных кризисах. И я для раскрытия этой темы пригласила эксперта, специалиста по взаимоотношениям Наталью Рыбакову. Наташа, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, кризис – такое слово, которое пугает практически всех, но мы начнем не с него. Мы начнем с того, для чего вообще люди создают семьи. <свят> да, <свят> прекрасная тема, да, исходя из того, что сейчас так сложно, да, и статистика нас сильно не радует, <свят> да, то есть, по-моему, последняя статистика, которую я смотрела, по-моему, то ли было 56% разводов, да, на... Это вот очень большое. Это, это <свят> гигантский <свят> просто. То есть мы перевалили уже за 50%, и создание семьи это сейчас супер рискованное мероприятие. И, <свят> <свят> и не каждый в него отправляется, надо заметить. Сильно, <свят> не, каждый, <свят> да. сильно не каждый. Но, тем не менее, потребность у человека есть в том, чтобы создать семью, да, вот определение мне такое, прямо я нашла, да, что такое семья? Семья социальный институт, являющийся базовой ячейкой общества, которая характеризуется последующим признаком добровольное вступление в брак, общность быта у всех членов семьи, вступление в брачные отношения, то есть это все-таки, да, такие интимные отношения, да. то есть очень близкие отношения, да, и стремление к рождению детей, их социализации и воспитанию. Вот, пожалуй, и все. Зачем нам нужна семья? А, очень часто мне говорят: ну зачем? Это же сейчас можно и вне семьи. Uh -huh. Да, то есть мы настолько стали независимы друг от друга, что вот создавать вот этот вот общий как бы, быт это ну, 150 лет назад еще uh -huh. это было, было важно и актуально. было важно, без этого было очень сложно. Сейчас. Женщины в легкое могут воспитывать детей без мужчин. Да и мужчины могут быт вести при наших там, Возможностях. Да, развитых, абсолютно там и бытовых как бы, услугах. Услугах. Угу. Все что угодно. Угу. Да. Зачем? И вот тогда получается, что, ну, например, женщина говорит: Я не рискнула бы родить ребенка вне брака. Там, например, да, я бы хотела, чтобы рядом со мной на весь этот жизненный путь рождения, воспитания, там, взросления ребенка оказался мужчина. Но жизнь показывает. Нам совсем другие картинки. Да, то есть, опять же, это очень рискованное мероприятие. Конечно, когда люди вступают в брак, ни у кого, наверное, ну я так подозреваю, что uh -huh. в голове нет. Ну, сейчас там. Так, поживем немножко, а потом разбежимся, да? Угу. Все же хотят. Э, Один брака. раз, и на всю да, жизнь. Да, и долго, и счастливо. Причем ну, это и мужчины, и женщины да, проговаривают мне для кажется, себя. Мне кажется, даже мужчины больше угу. вот, как-то серьезнее относятся к браку, и в этом смысле угу. вот, заженился, и, и все. Угу. Да, но практика показывает, что не всегда у нас так все радужно. Хорошо, а давайте попробуем а, разобраться. Вот а мы примерно так обрисовали, что такое семья, вот, как бы, да, в социальной истории, да? а вот в э, психологическое, значит, э, что такое психологический подход в семье? Это совокупность людей, удовлетворяющих четырьмя, ну удовлетворяющиеся четырьмя критериями, какими? Это психологическая, душевная, эмоциональная близость, то есть как бы да, вроде бы я, это ведь тоже не, не всегда про семью, я могу быть психологически, духовно, эмоционально близок и с абсолютно чужими людьми, да? Но вот тут, мне кажется, вот это слово близость, uh -huh. оно, мне кажется, вообще ключевое uh -huh. в этом смысле, потому что все, что... А, там а, быт, дети, достаточно хорошее материальное положение, угу. оно может существовать и вне семьи. Угу. А вот эта вот близость душевная, да, которая создается ну прям годами. Угу. Да. Плюс ко всему, да, не только годами, но и нашими усилиями, да, взять туда традиции, да, которые мы да. дополняем какие-то смыслы, да. Очень-очень много всего вместе пережиты какие-то сложные времена, да. Вот вот это все наполняет тебя такой близостью с человеком. Угу. что то никакой посторонний человек такого не даст. Однозначно. Хорошо. Пространственное и временное, да, то есть как бы то, что нас объединяет. То есть мы живем в одном каком-то месте, да, и это да. тоже нас связывает. Очень. И мы живем определенный период времени, и это тоже никуда не деть, да, и это для нас да. ценно и важно. Конечно. Вот, вот в чем, наверное, самая большая это ценность семьи, потому что все остальное мы можем создать вне семьи, угу. мы можем купить за деньги, но близость не, не создать вне семьи, не купить не можем. Угу. Вот еще такая формулировка ⁇ закрытость и межличностная интимность. Причем это ведь не только вот между взрослыми, но она уже и возникает да, с младшим поколением. Конечно, конечно. Потому что у нас есть какие-то определенные секреты, у нас есть что-то... Такое, да, что для нас, вот только для нас очень важно, священное и близко если я что-то рассказываю такое там что-то что важное для нас что у нас возникло из чего-то угу. могу рассказать другим людям они меня не поймут угу. а у нас там свой язык может сложиться да там что-то ну вот такое что действительно больше за пределами этой семьи никто разделять не будет вот мне кажется наверное именно за этим мы идем в отношения в отношения сначала женщина с мужчиной да мужчина с женщиной а потом уже принимаем решение что нас мало когда мы просто вдвоем нам хочется чтобы нас стало больше. Это, это прям такое... <смех> <смех> Наверное, самое большое чудо, да, вообще, uh -huh. когда вот, ну, не было же никого. Да, было только двое и как ты? Вот, вот новая же жизнь, новый же человек. Uh -huh. Люди делают новых людей. Да, шикарная, кстати, песня, yeah. и мне она тоже очень нравится. А, но в то же время, вот мы сейчас с тобой завернули, так это все очень в красивую yeah. такую оберточку. Понимаешь, да, уже, мне кажется, выгодно продали нашим слушателям идею, что отношения это круто, семья это вообще великолепно. И создавайте, да, эти крепкие отношения. Но. Мы помним о том, что вступают в отношения два взрослых человека, это в идеале. Ах, да. И в самом начале они, наверное, определяют какие-то свои роли. Ну, Да, конечно, то uh -huh. есть любой, то есть можно ведь рассматривать семью да с точки зрения команды. Uh -huh. Есть такое сейчас очень модное. Мы решение. партнеры, да, мы партнер. команда. И ко в команде ведь одна из признаков команды, кроме того, что там цель или там еще что-то ведь распределение ролей. Uh -huh. Мы же не все занимаемся сразу всем, да. Тогда будет полный бардак. Поэтому семья как команда. Вот смотри, я вот сейчас понимаю, что с высоты прожитых лет, да, вот. Это реально рабочая схема, распределить роли. Но когда я вступала в отношения, я, я даже слово «роли» для себя... Я думаю, что большинство людей, в принципе, тоже об этом не думало. То есть как бы «я так люблю, меня так любят, как это здорово, давайте будем этим наслаждаться». Семья, вообще, великолепно, побежали. Какие там да, а тем не менее, давайте про роли. Вот, например, Ковалев выделяет систему семейных ролей в соответствии с важными функциями семьи. Да, вот я сейчас начну потихоньку, mm -hmm. ты присоединяйся, чтобы мы с тобой прямо проговорили. Значит, первое. Значит, все эти роли, они для того, чтобы благополучно развивался союз. Да? То есть посмотрите, вот сейчас это я к слушателям обращаюсь, да, посмотрите, какие роли вы реально сейчас отыгрываете, если вы в семейных отношениях, какие роли вообще не ваши, да, и кто тогда их играет. Итак, первая роль это ответственность за материальное обеспечение семьи. Ну, сразу же у нас сразу же такая связка четкая. Мужчина. Мужчина. В идеале. Да, но мы сейчас понимаем, что сейчас очень много семей, где эту роль отыгрывает женщина, и вот тут очень важно слово добровольно. То есть, как бы понимаешь, вот, то есть, я понимаю, да, как женщина, что у меня сейчас получается, например, зарабатывать больше, чем, например, у мужа, <сёк> да, и я Беру на себя вот как бы эту роль, ну, может, на какой-то определенный период жизни, например, если вдруг у мужа сейчас нет, ну, все, нету... все бывает, да. В этой жизни. Но а, вот как ты думаешь, нужно ли здесь обговаривать, что я вот сейчас, ну, так вот жизнь сложилась, что я взяла эту роль. Но если у тебя будет складываться что-то по-другому, то я легко тебе эту роль отдам. Мне кажется, вот. Не все, что мы обговариваем, угу. это потом имеет какое-то практическое продолжение. Так. Да, можно обговорить, и все останется как было. И, и угу. у нас беда, то ведь наши, наше богатство и наша беда это сильные русские женщины. Угу. Вот здесь, наверное, если если женщина сама, можно даже без слов. Uh -huh. Во-первых, если это добровольно, да, ключевое слово, то тогда она не будет приходить с работы и говорить, ну что ты там, uh -huh. да, вот я-то вот... Uh -huh. да, то есть не будет упрекать тем, что она сейчас эту роль выполняет. Да, и... То есть чем, чем сильнее на мужчину давить в этом плане, тем слабее он становится, uh -huh, как ни странно. Uh -huh, да? То есть uh -huh. он, он не подскочит с дивана и не побежит. Да? Он будет, у него все будет меньше сил и ресурсов на то, чтобы найти себе действительно хорошую работу. Ну и потом, ну, опять же, ни один вменяемый мужчина никогда не захочет сворачивать горы ради вечно недовольной женщины. Это точно. Я с твоей полностью согласна. Вторая роль. Хозяин и хозяйка. Ну, то есть как бы я. Хозяин в этом доме, в этой семье. Я... Как женщина, хозяйка в этой, в, в, в этой семье. Да, реализация этой роли предполагает приобретение продуктов, приготовление пищи, обеспечение уюта, чистоту, порядок, уход за одеждой, ну и так далее. То есть, в принципе, в классической семье это у нас всегда отводилось в роли женщины. женщины. Но опять-таки я всегда проговариваю, что, ребята, 21 век, и в моей практике есть люди, которые реально меняются этими меняются ролями, ролями причем да. отыгрывают эти роли великолепно, да, и Семья остается ну, как бы крепким, серьезным, счастливым оплотом. Да. Да? То есть для каждого будет все-таки вот, вот мы отходим вот от этой жесткой, какой-то, да, вот прямо рамочной системы, которая была раньше. Да? Отходим, но опять же надо тоже понимать, что хоть 21 век и на дворе, но человек. Ну, вот я все время там говорю, что мы, по большому счету, не сильно изменились с тех пор, как с пальмы слезли. Uh -huh. ну, в том смысле, что гормональный фон остался прежним. Да, а мужчина все равно, мужчина по ну, своим uh -huh. психологическим особенностям, да, чтобы обеспечиваться его вот этим, да, превалирующим гормоном, половым. Uh -huh. Женщина, женщина, у нее другой. Все остальные гормоны у нас плюс-минус одинаковые, uh -huh. А вот эти разные. Uh -huh. Они ведь очень сильно оказывают влияние на психологические особенности. И мужчине. Вот совсем-то в женщину нельзя нельзя угу. нельзя иначе угу. женщина превратится в мужчину и просто его продавит задавит и семья распадется угу. кто не выиграет угу. так тут аккуратненько надо да вот, вот такая тонкая и... грань да очень. чтобы оставаться во всем в этом еще и в своих вот половых ролях да, да? Да, это, да это тоже важно еще одна роль мне она очень нравится это ответственность за поддержание родственных связей угу. потому что всегда кто-то один берет на себя это, да, а если, например, оба отыгрывают эти роли, то это получается, опять-таки, про, про крепость, про союз, ну, про, да, про то, что, да, вот мой род, да, и он э, э, дает какие-то ресурсы, да, вот мои, и при всем при этом мы не отталкиваемся, не ищем какие-то конфликты, ну, да, наоборот, собираем. а мы наоборот собираем, да, аккумулируем и поддерживаем эти родственные связи. Организация семейной субкультуры. Интересно. Вот э, такая роль да, у Ковалева выделена. Угу. Это исполнение роли направлено на формирование у членов семьи определенных культурных ценностей, разнообразных интересов и увлечений. Э, когда, знаешь, например, там муж говорит, так, все дети подрастают, там надо там, да, этого там, в бокс, угу. э, эту, там в балет и еще что-то, да, а мама говорит, о да, конечно, и вот опять-таки вместе. То есть эта роль отыгрывается двумя всеми членами семьи. Это в идеале, Да. Просто смотри, вот я... Как раз возвращаюсь mm -hmm. к тому, что мы иногда, входя вот в эти отношения, да, мы иногда не понимаем, что вот это и есть прямо такая фундаментальная история, на которую мы будем опираться, строя здоровые отношения. Это очень-очень важно. Иногда не придаем значения да, mm -hmm. важности таких вещей. Хотя, в принципе, вот спроси кого-нибудь, да, вот любых людей, какую бы семью ни хотели, все такую и обрисуют. Mm -hmm. С традициями, да, с общими интересами, с собиранием там, за большим столом практически, мне кажется, 90% людей обрисуют именно вот это. Потому вот что, это, мне кажется, во-первых, во это истинное желание каждого. Да. да, потому что когда у тебя все это есть, это для тебя ресурс, это для тебя прямо такое, такая душа. Это мощнейшая защита и uh -huh. поддержка, когда ты понимаешь, что ты не один. Да, uh -huh. а человеческое стремление принадлежать какому-то вот сообществу, быть вот, да, с кем-то. Uh -huh. Еще одна роль, и она, вот я прямо рекомендую на нее обратить внимание организатор развлечений. Она появилась совсем недавно, она появилась в 20 веке, да, mm -hmm. когда вот у людей стало больше свободного времени, mm -hmm. и мы понимаем, что нас или это свободное время раз, раз, оттолкнет друг от друга, да, и мы разлетимся как семейная система, да, или же, наоборот, объединит. Потому что качественно проведенный вместе досуг всех членов семьи это опять таки про ресурсы это опять таки про то что э, у нас крутая семья нам здорово вместе нам есть теперь уже что вспомнить и есть о чем поговорить да. Это, это вот те самые воспоминания, которые мы сами своими руками создаем на протяжении всего да, нашей жизни, чтобы было что вспомнить. Uh -huh. да, Причем, когда ведь мы в этом досуге, либо мы в отпуске, или там маленький какой-то праздник, или выход куда-то, мы ведь проявляемся совсем по-другому, не как привычная uh -huh. мама хозяйка, папа там в, не знаю, в телевизоре, да, а там совсем по-другому. Оказывается, папа там шикарно готовит на костре, мама там, не знаю, скачет зайчиком, да, все что угодно. Угу. И, и для детей это очень важно, и друг для друга. Мы открываемся с новой стороны. И смотри, еще тоже такой момент, когда мы качественно проводим вот этот самый досуг, у нас возникает вот эта близость. Это, а, да, то есть да. мы не только в, в буднях вместе, но и вот в, этом, в этих самых праздниках. Ну, это, наверное, вот сколько я занимаюсь вообще да, отношениями, там много-много уже лет, и для себя вывело, что скрепляют отношения в семье, скрепляют только двумя вещами. Uh -huh. вот только двумя. Все остальное может быть, может не быть. Это первое, это разговоры, uh -huh. не бытовые. Uh -huh. да, передай соль, спасибо, пожалуйста. Uh -huh. А вот такие вот какие-то глубокие, да, когда мы. Что да, ты да, чувствуешь, да. когда я интересуюсь искренне твоим внутренним да. миром. Не просто рассказываю про себя, что там у меня там буря, ураган, и ураганы, там да выслушай меня внимательно. Ну, Об я этом мы, кстати, тоже поговорим. И это тоже, да, что я готов тебя выслушать, когда у тебя буре и ураган. Либо мы разговариваем, либо мы обсуждаем что-то нам не нравится друг с другом, либо мы обсуждаем какие-то философские, политические, там, социальные вещи. Вот эти разговоры. И второе это совместно пережитые э э эмоции <связывая> угу. в одно время в одном месте это могут быть хоть отпуск там на канарах хоть выезд в порошина хоть выход в, ки угу. в кино или в театр то есть мы в один момент времени видим одно и то же и переживаем плюс минус одно и то угу. же вот угу. это еще второе Хорошая. Я еще бы добавила третье. Это все-таки сексуальная совместимость. Как бы, Хороший клей. Да, тут, если этого нет, то ничего другого не поможет. Значит, к следующей роли. Семейный психотерапевт. Это как раз, когда я тебе готова выслушать, ты мне можешь оказать какую-то поддержку, опору, где, может быть, дать какой-то там совет, может быть, это просто вместе помолчать, посидеть, да, может сейчас просто сейчас меня обнять, хорошо. там, да, и встретиться глазами, глаза в глаза. Да. То есть и причем это тоже здорово, когда эта эта роль она отыгрывается Обе, об, обоими обоим сторонами, да, 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 да. да, да ну любовные партнеры, сексуальные партнеры, да? мы уже говорили, что это база, основа, любовь, да, и сексуальная совместимость. И еще это, конечно же, ответственный уход за детьми. Ну, то есть сюда будет входить и процесс воспитания, и процесс вообще как бы деторождения, Бутылок. вот mm -hmm. всего 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 этого. И здорово опять-таки, если это ложится на плечи не только, например, там, женщины, mm -hmm. да, но и эту ответственность разделяется мужчина. Кстати, мы в практике встречаем, когда вообще эта ответственность ложится на роль на, на плечи мужчины, а женщина как бы родила и тихонько там абстрагируется от этого всего, да? Всё да. Сейчас. В жизни бывает все. Лишь бы пару устраивала. Угу. Как там вы это распределите? Итак, про роли мы проговорили. Вообще, на самом деле, мне кажется, это очень интересно и увлекательно, да. если особенно ты знаешь механизм, что все эти роли так или иначе благоприятно сказываются на ваши взаимоотношения и на простройку семейных отношений. Давай попробуем проговорить, в чем же эта проблема. Если вот роли мы знаем, друг друга любим, живется нам хорошо, откуда кризисы? Кризис, так, это такая. Ä, <с>. <с��> Потому что, наверное, во время кризисов-то и вот и ломается что-то важное, да, и тут отсюда, вот эти 56% разводов, mm -hmm. которые да, остаются на там, 44% ah, браков. То есть, если рассматривать семью опять же, да, с точки uh -huh. зрения вот той самой семейной системы, да, uh -huh. что такое система? Есть очень хорошее тоже определение, мне вот безумно нравится, оно прям все объясняет, uh -huh. да, что такое система, если рассматривать так семью, то есть система это совокупность элементов, то есть элементов, ну в данном случае это людей, да, uh -huh. то то есть совокупность элементов, находящихся в определенных отношениях друг с другом, то есть вот между нами эти отношения, а отдельная от среды, то uh -huh. есть, да, вот это может, там какой степени это закрыто да, в той или иной мере, и взаимодействующее со средой как единое целое. Угу. То есть вот это самое, мы же взаимодействуем как, как семья. Как семья. Как, как семья, да. Угу. Конечно, где-то мы как отдельный элемент, например, на работе, да. мы же взаимодействуем как профессионалы, там уже семья, неважно какая, но в целом да, мы занимаемся как единое целое, uh -huh. а не как отдельный его элемент. Это да. очень такая интересная. И причем получается, что каждый из этих элементов, он что, он влияет друг на друга так или ну, иначе. Конечно. Uh -huh. На эти отношения друг с другом, uh -huh. да, мы влияем. То есть, когда у нас э, два элемента, два человека встречаются, uh -huh. они же создают эти отношения, uh -huh. да, вот они становятся вот пара, это тоже система, и там-то все поначалу, все прекрасно. Да, все природой предусмотрено. Окситоцину, окситоцина нам, как говорится, побольше. Да, нам природа отгрузила в эти моменты да. по полной. Да, то есть mm -hmm. люди смотрят только друг на друга, живут только друг для друга, да. В голове все время только другой человек. Причем это еще такое не очень спокойное время, потому что еще ведь непонятно, со мной он или нет, mm -hmm. выбрал у меня окончательно или нет. Там, да, то есть при... А еще бывает там, а вообще, мой ли это выбор? Ну, это... Это, мне кажется, на протяжении всей жизни, сейчас. То есть мы прям в таком напряжении все время находимся, и весь мир как будто перестает пропадать. Существовать. Да, и мы только друг с другом, и внимание, которое мы уделяем друг другу, оно прям почти абсолютно. Я говорю, сладкий период, наслаждайтесь, да. Наслаждайтесь. Вот прям проживайте каждую минуту, потому что он закончится. Что потом наступает? Мы любить друг друга не перестали, но а, мы немножко успокаиваемся, мы понимаем, что человек со мной все хорошо, можно выдохнуть, да, и как сказать, вот, а, и мы возвращаемся в реальность, угу. вот. друг замечаем другой мир, да, который, который вокруг который, нас, который был, угу. он никуда не пропадал, это я из него пропала, угу. да, мы с партнером просто улетели куда-то, угу. и мы в него возвращаемся, только уже не один, а с партнером. Да? Угу. То есть я вот уже теперь не одна, а с другим человеком, угу. и прекрасно. Но раз весь мир снова проявился, то мне этому миру надо уделять внимание. Тут и родители, и друзья, там работа, еще что-то. То есть, а внимание ведь у меня не может быть сто процентов, как бы угу, оно угу. уже ограниченное количество. То есть я его забираю из этих отношений и распределяю по миру. Угу. И ладно, если другой человек сделает в то такой, же самое да, в такой же пропорции угу, примерно. Угу. Но ведь это не всегда происходит. Угу. И один говорит: "Ты перестал уделять мне внимание". Ты все время пропадаешь где-то. Да, тебе важнее, там, не знаю, друзья, работа. Надо еще что-то. Классика. И вот в этот момент то есть отношения приходится перестраивать. Угу. Те, какие они были, да, нацелены только друг на друга, они уже не могут так жить дальше. Иначе мы с вами, ну, слушайте, мы просто вымрем как <рех <рех> человечество, если мы будем только друг на друга смотреть. <рех> да. Поэтому происходит перестройка uh, вот этой системы. То есть мы сейчас э, включаем в себя не только наши взаимоотношения, но и отношения наши там, родственные, профессиональные, дружеские. И вот здесь я хочу сказать, что это здоровая Абсолютно. ситуация, чтобы вы не думали, что вот а, что-то пошло не так. Это наоборот, вы вернулись, да, вы, у вас произошло вот это зарождение чувств, и вы определились, что вы пара, а, что вы партнеры, да. да. И дальше вы вот это состояние свое, партнерство, встраиваете вот в эту в повседневную жизнь. И отыгрываете все те роли, которые мы только что вам это сказали. Потихонечку начинаем подходить uh -huh. к королям. Да? Uh -huh. То есть что потом происходит у нас? То есть вот если пара этот кризис, да, вот, вот э, романтического там розового периода прошла и вошла в реальность как пара, все нормально, мы поняли друг друга, э, да, дальше наступает следующее изменение системы, то есть это вступление в брак. Uh -huh. Потому что в этот момент, мало того, что система закрепляет свои отношения официально, в эту систему входят другие члены. Uh -huh. да, не на полноправных ролях, но а, папы, мамы, бабушки, дедушки, тёщи, а иногда, скромные. А иногда дети с одно... из пред... Либо, да, да. от да. одного там, предыдущего брака, да, дети от другого. Конечно. И да. тут, тут еще бывает сложнее, потому что тут уже дети, это тоже очень активные участники этой семьи. Очень. то есть он прямо внутри этой, этой системы, да, не сбоку, как там мама и папа, прямо внутри, то есть перестройка должна быть колоссальной, потому что uh -huh. не все семейные системы переживают вмешательство со стороны там тещи или свекрови. Uh -hmm. uh -huh. Да, история интересная. Дальше, если мы это все переживаем, да, вот как бы, окей, все хорошо, мы встроились, наступает Гигантский вообще просто кризис это рождение ребенка. Uh -huh. Это просто слово просто вообще все, все отношения меняются. То есть, если мы раньше были пары да, мы вот вечером могли даже если мы не разговариваем, то мы вдвоем. У нас много свободного времени. Мы куда-то ездим. Там, а, у нас свидание, там секс, у нас все uh -huh. хорошо. Да, мы только друг для друга. То uh -huh. здесь. Свобода заканчивается ответственности море ответственности просто море угу. да? куча бытовых вещей которые раньше меня вообще не касались и сейчас я не могу их не выполнять потому что это здоровье и безопасность моего ребенка угу. да? и вот это конечно очень серьезный слом такой системы когда нужно выстраивать совершенно новые отношения Mm -hmm. Еще так интересно, вот ты сейчас как бы кризис рассказываешь с позиции семейной системы, mm -hmm. да, а в классической психологии есть такое понятие, там, кризис одного года, кризис трех лет, да, и практически все семейные пары, так или иначе, они как раз вот проживают, проживают эти же самые да. кризисы, да, mm -hmm. а вот как раз кризис трех лет, он совпадает очень часто, вот, как ты сейчас сказала, с рождением mm -hmm. ребенка, да, и вот как бы вот с его уже подращиванием, да, определенным. Mm -hmm. И я тоже, вот тут совсем недавно читала статистику, что чуть ли там не каждая третья семья распадается вот в период как бы, ребенка до трех лет. То есть... Что, что происходит? Происходит, получается, что мы не справляемся как взрослые со всеми вот этими ситуациями, которые возникают. Ответственность, недосыпание, там, не знаю, постоянная невротизация, да, как бы выяснение отношений. Мы еще не, не, не были такими со, со, состоятельными, как пара. Угу. Да? Что, что, почему это происходит? А, ну, потому что в... Во-первых, это очень тяжело физически, угу. причем для обоих партнеров. Угу. Да. Если особенно вот. еще нет опыта, да, если это еще первый да, ребенок, да. Да. да, то есть вообще нет, нет опыта переживания возможных угу. кризисов, да. Когда угу. мы, ну, мы справимся. Угу. Да, вот, этого вот это состояние мы справимся, особенно. да. Очень часто пара распадается вот на эти ты и что начинается для женщины все время непонимание, почему ты мне не помогаешь, угу. почему, что тебе так сложно погулять вечером с ребенком, тебе так сложно вот с ним позаниматься, я так много на это трачу, да, то есть угу. я сижу в декрете. В то есть каждый видит вот свой Свою, вклад, да, да вот да. В, эту, в эту историю, и как бы обесценивает вклад другого, другого. Да, мужчина говорит, ну я так много работаю, чтобы обеспечить нашу семью, ну что непонятно, что я вечером хочу отдохнуть, угу. да, потому что ему действительно, ну ему надо да? и вот это вот а, с обеих сторон что тебе непонятно нет что тебе непонятно да что я так много вкладываю а вот это вот непонимание вот эти претензии друг к другу а когда... потом еще обиды да, да непроговоренность определенная да и вот это состояние а, как чаще всего да клиенты говорят я замолчала как бы терплю 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 потом молчу потом срываюсь мужчина тоже да мужчина тоже вот мы говорили что взаимоотношения скрепляют разговоры угу. вот если вот не я замолчу а я буду искать пути, как мне сказать, чтобы меня услышали. Да, вот но смотри, будет. тут тоже очень важный момент. Разговор разговором рознь. Конечно, да? Иногда конечно. женщина садится тихонечко, и маленькими ложечками выедает мозг своему мужчине, но она же хочет поговорить. Mm -hmm. Понимаешь, да? И он годами терпит, слушает, ну, как бы, потому что он знает, что надо разговаривать. Oh. <laughs> и, а, это, а потом, когда он начинает говорить, его не слышат. Это вот мы разучились, конечно, разговаривать. Это огромная боль и беда современных людей, и семьи и людей вообще. Угу. Да? Мы очень часто говорим не для того, чтобы меня человек понял. То есть, я кричу подаю информацию в такой форме, в которой другой человек ее принять не, не может. может. Угу. Я бы так не принялась если бы мне так выдавали. Но опять же, вот подумать, как как нам не бросаться друг в друга, да, а именно услышать. И тогда вот эти претензии, если они снимаются, угу. если мы понимаем, как много каждый из нас делает для семьи то все будет хорошо. То есть получается, что вот, вот выход из вот этой кризисной ситуации, ну, во-первых, да, если это все таки мы понимаем, что это в связи с перестройкой семейной системы, то есть появился новый член семьи, значит, мы понимаем, что если нам трудно и сложно, мы ищем варианты. Где-то есть бабушки, да, где-то разгрузить, где-то есть няни, там, да, вы зарабатываете деньги, как говорится, услуги сейчас такие доступные. То есть в любой ситуации, да, надо искать выход из нее. Если, например, Например, я понимаю, что мы устаем как пара, да, вот в этих детско-родительских каких-то взаимоотношениях, и понимаем, что мы отдаляемся, значит, нужно найти хотя бы один вечер в неделю, да, но провести его один на один со своим партнером, со своим мужем, да, чтобы еще раз отыграть эту роль: Я женщина, прежде всего, для тебя, а ты для меня, мужчина, да. Вот это, мне кажется, становится более здоровее, да, вот эти семейные. Потому что что такое ребенок для женщины, когда мужчина? Говорит, что ну ты же целый день вроде была дома. Тут ведь дело-то не в том, что я дома. Тут дело в том, что на женщине постоянно все время, не прекращаясь ни на минуту ответственность, за другого очень беспомощного человека, и давит -то вот это ответственность, что я не могу побыть наедине с собой угу. ни минуты. Угу. Это выматывает катастрофически. Да? А, ну и опять же, и у мужчины он понимает, что сейчас ему гораздо меньше внимания, и ему тяжело от этого, да? и это тоже выматывает. То есть выматывается оба партнера. И если бы мы не относились к другу же так жестко, да, как бы даже. Категорично. Жестко, категорично да. Очень, да? Угу. А, были бы ну, мягче, добрее друг к другу, нам было бы проще найти общий язык. Вот. Если бы мы понимали, что кризис ⁇ это признак здоровых отношений, а не больных, и что сейчас кризис, мы переживем, мы переживем и выйдем на новый да. уровень. Через несколько минут мы вновь вернемся к вам, а пока уходим на рекламу. Практическая психология. Это программа ⁇ Практическая психология ⁇ Мы продолжаем сегодня вместе с Натальей Рыбаковой. Мы говорим о семейных кризисах. Тема интересная и увлекательная. Итак, давай попробуем проговорить, если все-таки человек справился с кризисом, ну, образно говоря, трех лет, или mm -hmm. с кризисом, когда родился, появился новый член семьи, то какой кризис нас ожидает дальше? Дальше нас ожидает, когда этот новый член, да, ну, либо новый uh -huh. член семьи пошел в школу, так. потому что это смена окружающей среды очень серьезная. И статуса. Да, это прям очень серьезно. Uh -huh. Либо родился второй ребенок. Uh -huh. да, то есть там тоже это очень серьезно, потому что надо выстраив... перестраивать опять все взаимоотношения. Да, если второй ребенок, то между детьми очень серьезный, да. Часто, Часто бывает. бывает. И то есть, ну, окей, дай бог справились. Все хорошо. То uh -huh. есть только выдыхаем. У первого ребенка подростковый возраст. И это опять кризис. Это серьезный кризис, потому что это изменение самого элемента системы. Угу. Он из ребенка начинает становиться взрослым. Его, ну, это очень такая серьезная для него перестройка, соответственно, перестройка всей семейной системы. То есть я уже не могу с ребенком разговаривать только с позицией сверху, как с маленьким. Угу. Да? Он так не, не, не принимает. Угу. Мне придется перестраивать. Да? Соответственно, ну, окей. Переживаем потихонечку, да. Тут только пережили второй начинает в школу, второй ребенок в школу пошел, пошёл, да. Только в школу пережили, значит первый не знаю, девушку привел. Угу. А это новая система. И мы вот так вот все время из кризиса в кризис, но при этом семья обрастает, становится больше крепче uh -huh. опускает в себя новые элементы да становится um, крепче отношения внутри семьи потому что мы уже столько пережили uh -huh. мы мы со стольким справились мы столько проговорили приняли друг в друге где-то простили друг другу да то есть вот эта близость вот она и формируется да, то есть поэтому. Ну, вот смотри, вот мы сейчас рассмотрели да, историю, а потом же еще один кризис, да, когда дети выросли и улетели, а, ну, сейчас... да, и вот этот синдром опустевшего гнезда. И вдруг мужчина и женщина понимают, что. Их вообще объединяла только вот эта как раз ситуация, связанная с детьми, когда они там переживали подростковый кризис, поступление в школу, в институт, еще что-то. А теперь их вообще ничего не объединяет, потому что они во всех этих процессах жизненных, как мужчина и женщина, Но да, мало, вза... мало взаимодействовали. И отсюда происходят вот эти измены, да, как да. хоть с той стороны, хоть с этой стороны. То есть э, все равно проживая историю своей семьи. Мы прежде всего, наверное, должны понимать, что мы в эти отношения и в создание семьи входим исключительно сначала как женщина и как мужчина. И если вот об этом не забывать ни на день, да, ну, потому что это так-то на самом деле наша природа, то тогда все остальные роли мужа, жены... Мамы и папы, да, там и хозяйки и хозяина, там, друга, там, да, психотерапевта, да. организатора. Все эти роли, да, они тебе будут, ну, как бы не в тягость. Они, мне кажется, вот на это, вот, вот как на основу, да, угу. вот мужчина, основу женщин. Они, как, как, знаете, как чеки раньше в магазинах надевали, угу. вот они так же надеваются спокойно, и они тебя дополняют они отбирают у тебя да, вот какие-то куски тебя, твоей личности. Поэтому, да, наверное, это самое важное, да, мужчина и женщина. И поэтому тогда, когда вот синдром опустевшего гнезда, нам проще создать новую систему, да, и мы часто такое видим, когда дети подрастают, да, и мужчина и женщина вдруг понимают, что их уже ничего не объединяет, кроме вот этих самых детей. И или принимают решение, что они будут жить долго, печально mm. и скучно друг с другом, или же все-таки дают возможность друг другу, да, опять-таки правильно ты сказала, да, у каждого есть шанс, но в зависимости от возраста, конечно, да, создать что-то новое. Mm. То, что тебя будет наполнять, вдохновлять, да, питать, радовать. Потому что, в принципе, наша единственная задача в этой жизни это быть счастливым человеком. Yeah. Хорошо. А, сейчас кто-то скажет, а-та-та, Господа психологи, о чем вы говорите? Вы должны родить за э, крепость и важность э, семейной системы. Э, но мы и говорим, что э, если в этой семейной системе есть ресурсы, есть еще на, топливо, на котором можно десятками лет, как говорится, ехать, да, Блин, только кто то только во благо. За. Угу. Как, как мама у ребенка да, уже выросшего, я просто. Кайфуем, если честно, а... <laughs> да, от того, что мы, вот мы вдвоем, угу. можно а, работать сколько угодно, да, мы, я там, не знаю, мечта с юности, бежать куда угодно, в, в любое время, ехать, ехать куда, куда угодно. угодно. Абсолютно просто срываясь с места, да, вот, все, свобода, угу. это так здорово, это просто вот, ну, еще, вот, когда э, дети вырастают. Кроме свободы, кроме того, что нам вкусно друг с другом, что у нас есть какие-то перспективы, что еще радует, что, что еще вдохновляет? Роль бабушки и дедушки, она как? Ой, это прямо вот... У меня вчера буквально была... Ну, все хочется сказать, девушка, uh -huh. вот, потому что ты очень красивая женщина, uh -huh. которая тоже так переживала по поводу вырастающих уже сыновей, что вот хочется вот этой близости, вот такого вот, ну потрогать там, потискать uh -huh. ребенка, uh -huh. да, там уже там уже сильно не дети, uh -huh. а вот я говорю спокойно, скоро, скоро старший приведет, uh -huh. тебе будет кого потискать, а сейчас вот этот прекрасный период проживи для себя, да, проживи для себя для вот, своего мужа чувствуй, если... да, uh -huh. а потом Наши дети нам потом приведут, с кем, угу. с кем нам нянчиться, да. И это тоже будет прекрасно. И это тоже будет другое. И это тоже будет новая система. Да, новая система. И там, конечно, тоже опять-таки будут кризисы конечно. определенные, да. Но все это проживается, все это дает какие-то определенные тебе ощущения, опыт жизненный. А -а -а. И благодаря вот всему этому ты понимаешь, что вот она жизнь, и она бывает разной, интересной и увлекательной. Ну что, у нас есть еще несколько минут. Что бы хотелось еще проговорить, вот про, может, какие-то дать рекомендации по нашей теме? Ну, я бы очень хотела сказать, что как вести себя в кризис, угу. если я понимаю, что сейчас наша семья немножко так чуть-чуть зашаталась, что у нас какое-то кризисное переживание. Первое. Исключите из своего лексикона один вреднейший вопрос. Это вопрос почему? Угу. «почему?». Почему так? Почему ты делаешь это, а не это? Почему? 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 Потому что, во-первых, на этот вопрос нет ответа. Угу. Да? И э, так как ответа нет, то этот вопрос — это такое приглашение в скандал. Ага. Да, с Я прям... начинается... да. А женщины, как в принципе, и некоторые мужчины, скандал устраивают на раз, два, три. Ой. И мы вот там скидываем эту угу. там, вроде негативную эмоцию, да, но эти скандалы не приводят нас к пониманию. Да, поэтому вот вопрос, почему убираем? Угу. А, а какой а... задаем? А лучше управлять пока. Угу. Лучше вообще вопросы убрать на период, когда у нас все хорошо будет. Угу. Да? А угу. пока. А... Самое лучшее, что можно сделать, и что поддержит обоих партнеров это друг друга хвалить. Отлично. Ой, как, как мне нравится. нравится. Вот просто не, например, там ты плохой отец, потому что ты не занимаешься с ребенком, а ты прекрасный отец посмотри, как ребенок к тебе тянется. Uh -huh. да? вот, то есть всегда есть что-то хорошее, всегда. И если мы будем делать акцент не на том, что не получается. У партнера или у нас в паре, а на том, что получается, совершенно другой ресурс, совершенно другая энергетика и совершенно другая скорость выхода из кризиса. Угу. Плюс ко всему, да, свое-то ощущение. Ты или, или вечно критикующая женщина, да, или ты женщина, которая вдохновляет Конечно, мужчину но, на подвиги. Вот она в чем, да? Же. Либо я вечно недовольная, и какой мужчина будет совершать эти подвиги для вечно недовольной женщины. Угу, да. угу. Либо я вот, да, у нас сейчас сложно, но все хорошо. Угу. Мы выберем сюда. Вот вот это вот вдохновлять мужчину-то не подпинывать его куда-то, а вот этим самой собой вдохновлять угу. а вот тогда кризис сейчас да, проще да сейчас очень многие женщины скажут так Наташа а, а где же брать нам ресурсы на то чтобы нас вдохнов... чтобы вдохновлять мужчину а кто нас будет вдохновлять на все на это а женщина на той женщине да что у нее ресурсы на вдохновение они внутри себя угу. вот вот они там почему надо женщине все красивенькое там и, и миленькая, и миленькая, и миленькая и вот, и почему ей надо вот, ну, вот все такие милые uh -huh. девчачьи радости, да? она вот себя вдохновляет, а мужчина женщине не для того, чтобы ее особо вдохновлять, а для того, чтобы в тяжелые моменты, да, вот как бы принимать на себя вот эти эмоции женщины, которых у нее действительно много, uh -huh. она же собирает на себя эмоции ребенка, потому что с ребенком она, у него то полное... Это эмоции. тоже огромный мир. Конечно, то есть она собирает эмоции ребенка, uh -huh. потом куда ей их девать? Она их сливает на мужа мужу, а муж все же все же природой предусмотрено, <связано> а муж <связано> потом выходит за пределы семьи на работе <связано> что и там и там сливает <связано> <связано> эти эмоции вот как бы на, ну, на, на созидание на что-то еще да? все нормально вот она цепочка. у всех свое <связано> Своя роль. О, хорошо. Да. 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 да, и может быть сейчас такой, как бы, да, такой завершающей капелькой, да, в нашей с вами программе. Сколько бы я не читала литературы, сколько бы я не начитывала лекции по семейной психологии, я а, не устаю повторять, что за. Эмоциональное и психологическое состояние в семье отвечает женщина. Gosh. И, пожалуйста, не перекладывайте, милые женщины, это на мужчину. У мужчины совсем другие задачи. Помню, поддержу абсолютно. Это была программа Практическая психология. Наташа, спасибо тебе большое за эту программу и за ту ценную и важную информацию, с которой ты поделилась с нами. Всем любви, здоровья, удачи и до новых встреч! Практическая психология.